В ночь с 24 на 25 приблизительно около 2 часов в центре города в одном из заведений общепита имел место конфликт между гражданином 70-го года рождения и группой отдыхающих граждан в количестве 6-7 человек, отдыхающих в данном заведении. Данный конфликт в дальнейшем стал продолжаться на улице, перерос в обоюдную драку, и в ходе данного конфликта указанный гражданин применил в отношении конфликтующей стороны травматическое оружие. В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение.